Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Чужой против Хищника 2. Продолжить игру, я уже даже не помню, где я остановился. Давненько не заходил. Так, что у меня из оружия? Охренеть. Так. Я здесь стою, видимо, мне туда, значит, надо. Ни хрена себе. Ну-ка, давайте-ка, подождите. Какая из них так? Вот это. Просто я не помню, я... Блядь. Я отсюда пришел. Ой, такое чувство, что отсюда. Так. Не открывается, падла. Так, патроны для пистолета. Мать, етить. Етить. Колотить. Так, подожди. Вот ни хрена себе. Смотрите, какие, какой бонус. Блин, да там поди этот, броня. Нет, не открывается. Так, дорогой повар, спасибо за ничего. Подождите. Что я лично... Так. Охренеть. Так. Откуда я пришел? Надо так сохранить игру. Там тогда что было? А обратно хрен там, смотрите. Загрузить игру. Надо же посмотреть, что я там пропустил-то. Что я там не взял? Так. Охренеть. О. А мне надо сначала свои прибуды взять. Quit fooling around.
А вот смотрите-ка. Так. Охренеть. Так. Но у меня же нет пока вот этой штуки. Нету. И фонаря у меня тоже пока нету. Да. Это надо где-то достать. Потом, как понимаю, сюда обратно спускаться, да? Ё-моё. Так, я оттуда пришел. Ну, кружок сделал, в общем, получается. О. И ни хрена-то там пока не было. Патроны для пистолета. Бронебойные патроны для пистолета. Так. 3 недели внутри. Башен. Так, хотя он поправил меня, сказав, что это так мощный энергетический. Понятно, ни хрена, короче, такого хорошего. Так. Опять сапоги. Так, ладно. А здесь мы тоже все выведали. А, вот оно, вот так вот и проходит. Единственное, что взяли, это бронебойные патроны. Да подожди ты. Или я отсюда уже падал, или где-то надо проходить. Нигде такого ничего не видно. Или я там уже проходил везде. Ладушки. Ну все, сохраняем тогда. И можно двигать. Доступ к ядру. А у меня, подожди, у меня какая задача? Найдите имплантацию лаборатории номер 2. Да твою мать, а ты что не...
Так. По идее, там, куда люди... Вышел. Кого вы тут, блять, разводите? Так, доклад о пропавших без вести. Так, обычно в течение дня они не бывают активны. Так, через 20... Так. Кто-то там был найден. Так. Это я где нахожусь, что ли, или что? Опа. Патроны для пистолета. Так, ладно. Здесь я должен был что-то сделать или нет? Так, я понимаю, что мы потеряли реликты с участка Зетта. И по идее туда. Так, ну-ка давай сохраним игру. А куда ты? Я вышел. Да мать его. Так. Есть тут нет какая-нибудь потайная коробочка, я не знаю, с жизнью. Так нахрен все порежете. С какого ты снизу или сверху, откуда сзади вышел? Так, сохраним. Вот кто где стреляет с рикошетом еще? Значит, не там, значит, где-то тут-то что-то надо делать. Так. Мне пришлось немедленно вам написать. Я думаю, что-то совсем не так. Мой друг Адам после был обвинен в хищении, возможно, краже артефактов. Друг, так, написал, ага, понятненько. Ну где вы? Так, как я понимаю, мне надо назад идти, и там вот. Да. Я все-таки правильно понимаю. Это я взял вот эту штуку, которая взламывает.
Только где я что должен буду взломать сейчас? Там где-то панель отъезжала. Понятненько. Кто где? Блин, оно еще и скачет изображение. Совсем прикольно. Вот так. Но я же знаю, что ты не один там был. Вот где-то такая штука была. Вот это точно знаю, что она где-то была. Так, минутку. Так, этого у меня, видимо, полно. Это не то. Сюда. Нет. И еще. На. Так, вот теперь можно сохранить. Где-то... А, кстати, не знаю, у меня фонарик-то появился. Фонарика нет. Видимо, не все приблуды я собрал. Блять, а где-то в коридоре эта хрень висела. Знаю, что заблокировано. Вот она. Подожди. Я жду, но чувствую уже. Хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит. Падежей припомню. Только два. И я прошу, мои друзья, того, кого бы ни был я, забрать ему его, меня отсюда. Два. Так, бронебойные патроны для пистолета. О, прекрасно. Еще? Это не тебе. Ну вот, меня терзают сомнения. Не стоило признаваться в своих сомнениях. Она обидчива. Да ладно, брак это большое... Блин, это, короче, прожило свою так. Ничего. Так, ладно. Дробовик. Так, открываем следующее. Ничего. Картечь.
Блин, охренеть, вот этой хренью даже. Так, аптечка, это очень хорошо. Только пригодилась ли она бы мне? Так, выходим. Где? Отсюда я так херак-херак вышел. Вот сюда мне. Сохраняемся. Неизвестно, что у нас там дальше ждет. А, мне сюда. Не понял. Подождите, я же был вроде здесь, да? Был. Что-то не понимаю, маленько не догоняю. Ага. Ну, чё? Просто мой бесплатный совет. Это чужие истории. Давайте смотреть еще раз, что произошло. Блин. Мне это что дало? Так. Комнату я проверил, но ни хрена в них нет. Понятненько. Значит, сюда пока. Хрен пойми, ладно, сохранить. Так, игра-то линейная.
в другое место просто теоретически не могу забрести. Так-то. Ладно. Предположим. Так, где я, мать его, нахожусь? И где здесь выход? Собственность корпорации. Палуба 21. Вообще ни о чем не говорит пока. Я заблудился. Ни хрена. Да опять здесь. Блять, да вроде убегаю, а куда? Так. Охренеть, бля. Так, я как понимаю, надо сваливать отсюда. Вот сюда. Блять, что за лабиринт? Думай. Опять наверх. Только там я мост переходил, здесь надо мостик переходить. Мостик не надо переходить. Вот и вся разница. Ага, я вот он нахожусь. Блять, а куда мне надо-то?
Обыщите обычные каюты и найдите, что я должен найти. Почему не вижу них? Ладно, пойдемте к обычным каютам. А где эти обычные каюты? Каюты. Я как понимаю, вот эти вот. Вон они у меня с двух боков должны быть. Что я должен тут найти? Блин. Совет. Блять, как это не ко мне относится? С этой стороны заблокированы. Так, ладно. Черт, пойми, блядь. Отсюда есть еще где-то вон там лестница, да? Вот эти каюты заблокированы. Так. Блять. Как она открывается? Так. Now take that elevator down to the implantation lab. Теперь к лифт. Все. Ёб твою мать. Ага, жена это звонит. Нам ничего не говорят. Жалуются, падла. Так, а где... Твою мать, напугали меня! Охренеть, как вы меня напугали, ребята. Блять, а где я лифт-то видел? На втором этаже. Сохранить игру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы же дурачки-то, мне не обязательно нужны-то. Лестница-то, блядь, где-то и тут была. Вот она. Так. Осталось только лифт найти. Я его где-то 10 раз видел. Вот он. Вот он. Найдите имплантационную работу. Так, покиньте башню. Так.
Что-то это мне не очень нравится. Ну я же нашел всю эту хрень. Что, где вот? Нет. Вот так. Блин. Отсюда еще, оказывается, сложно выйти-то. Не в плане препятствий вот этих вот утырков, нет. А, вон оно что, Михалыч. Вон оно что, вон где лифт находился. Утро 4 октября, доктор Британи, Климакс не смогла правильно запустить систему безопасности. Ну и хрен на нее. Хищник вырвался на свободу. Так вам, сука, и надо. Да нет, вот, 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 я же вижу, что... Давай, где вы? Хреново, что он лагает вот в этом плане. Не сильно, конечно. Но все же, извините, бесит. Так. Я сюда спустился не просто так. По идее, я сюда-то и должен спуститься, наверное. Я так думаю. Так, и что-то здесь должно быть. Не просто же так я смотреть должен на это все. Доступ к информации. Так, ожидание команды. Так, система безопасности отключена. Так, стадия сбежал в главную зону. Так. Полностью остановили жизненный цикл ксеноморфа, ее семья оповещена. Okay. Ладно, теперь встретимся у лифта на входе. После совершения сделки я смогу тебе найти твоих друзей. Я как понимаю, вот это, наверное. Нет? Ладно. Ну, вторую часть мы, смотрите, тоже, видимо, выполнили и нашли этот диск. И теперь что получается? Тот лифт, который я первоначально принял. Вот так. Ага.
Вот так. Так, минутку. Жизни я могу пополнить. Я помню, где на втором этаже в раздевалке я... Это которое я точно знаю. Но не факт, потому что лифт это может быть и, блин, где-то вот здесь вот он был. Мы пойдем другим путем. Так, минутку. Вот это лифт, вот он. Но подожди ты. Вот сюда. Да вообще не то. Вот. Смотри, как я пополнил свои запасы здоровья. Мать его. Так, 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 так. И вот теперь. Я так думаю, я смогу уже выйти отсюда. Давай. Ехай. А, мы не едем. Хорошо. У меня есть время. Сейчас, минутку. Кстати, вот на F6 нажал, написано быстрое сохранение. У меня просто эта пауза в записи была. Ну а здесь оно быстрое сохранение. Хотя вроде написано, что быстрых сохранений в этой игре нет. Давай. Something's wrong. You've got to get out of there. Ага. Опа. Ну вот, видите, эпизодик-то прошел. Минутку. Сохранить. Не хотелось бы. Я понимаю, отсюда я пришел, вот сюда мне надо. Видимо, на пистолете, кстати, такая же штука действует, как и на автомате. До конца не достреливаешь, у тебя считается, что обойма полная. Вот, один патрон. Опа, 12. Так. Я так понимаю, у меня скоро и чужие будут опять, и хищники поползут. Напалмы. А это для какого? Напалм-то у меня. Ну ладно. Так. Бля, увидите, проскочил. Подглюкивает. Ну, это может быть сама игра такая, я не знаю. И вот сейчас, я так думаю, если я нажму на эту кнопку, с двух сторон пойдут. Есть такое мнение, конечно.
Я вот так переделаю. На бронебойные. Что-то никого. Так, странно. Ну и смысл мне пробивать это все, если... Так, а я отсюда же пришел, да? Так. А, так, найдите выход из башни, найдите свою команду, найдите новое снаряжение, оно вам понадобится. Конечно! Сообщает его события из башни, так, операции... Так, ладно. Так. Так. Опа. Сохраняем. Бля. Патроны для пистолета взял. Заблокировано. А, блять, это я еще стою, оказывается. Так. Ага, и меня тоже дверями. Блять, могли бы вас убили. Меня не убили, я сам убился. Не надо мне тут. Ля-ля. Так, знаем теперь мы куда, чего. Заблокировано. Заблокировано. Так, сохранить. Мы, получается, еще и турели из строя вывели. Смотрите, сюда можно зайти. Только как? Сохранить, сохранить, сохраняем. Что, с какой стороны? Во, вау, пролетел. Но он же не знает, что мы — это мы. Он думает, обычная охрана какая-нибудь. Хуй его знает, кто там, там всяких инопланетных до хрена. Вот это мы одни из них. Ой. Блять, еще ведьмака заканчивать надо.
Так, две турели, это вот точно знаю. Оп. Так, подожди, а здесь тогда у нас что? А здесь заблокировано. И получается, нас ведет только вот сюда. Вот так. Подождем, когда он стрельнет, и уже после его выстрела сами стреляем. Заблокировано, падлы. Опа. Патроны для пистолета. О, поверху можно. Так, вот теперь сохраняем и смотрим, что там у нас поверху можно, что нельзя. Так, давайте поверху сначала, раз мы рядышком здесь находимся. Просто могу, может оказаться, что это оказывается верный путь. Ну-ка, давайте вот посюда посмотрим. Заблокировано. Тебе придется по сложному пути. Выйти наружу. Да это без проблем. Я ж, блядь, гуляю по чужим планетам, сука, как у себя дома. Кстати, когда играл в эти кто-нибудь, галактик этот, ебаная. Рейнджер это. Вот там, а да. Так, сохранить. И теперь смотрите, вот есть маленький мосточек, я хочу по нему пройти. Куда вот он меня приведет? Блять, в никуда. И разбились нахуй. О, я еще и материться начал. Ну ладно, это пиво дает о себе знать. Вас убили. Мосточек в никуда. Давайте посмотрим. Тут же у нас два мосточка. О, смотрите-ка. Как бы, блядь, я еще прав не оказался. Так. Так, у нас там какая-то херота лежит. Ну, это же чужая планета, правильно? Так, если мы прыгнем, мы точно умрем. Здесь нам она ничего не высвечивает. Блять, у меня такое чувство, что надо было в первый корпус как-то туда попасть. Но это не факт, что здесь. Может быть, он там проход. Сейчас, подождите. Хер пойми, говорю, тут, блядь, оно построено, как бык пасял. Так, сохрани. Так, вот сейчас ты меня озадачил, а это тогда куда ведет? Там же ни хера нету. Хераки, ни хера. Блять, даже музыка кончилась какая-то. Звук-то, блять, и то был. Предположим. Да, кстати, я сюда и не ходил вроде.
Да, вот и эти бойцы бегут. Вы идиоты, вы мне ни хера не сделаете. Так. В одну сторону идем. Херак и ни хера. Бля, я вот так вот спуститься, их перестрелять, это тупо на оружие только прокачка. Старайся не смотреть вниз. Ты меня еще, блядь, получи. Ты вообще кто такой? Кто мне тут помогает, блядь? Бля, вот сейчас вот, даже не знаю, налево, направо. Давайте направо посмотрим. Заблокировано, блядь, я удачливый, прям пиздец какой. Ну пробовать все равно надо, потому что это заблокировано, может, блядь, быть и разблокированным тоже. Блядь, вот реально напоминает джедаев. Джедаев напоминает, такая же поебота. Где надо знаки искать? На открытие там. Среди этих прыгать. Ну, в общем, у меня есть видео джедаев, да, посмотрите. Вы поймете там, про что я имел в виду. Блять, везде все заблокировано, суки. Давай, если вблизи, то я вот так вот вас расстреляю. Что-то взлетело. О, так это уже к концу игры подходит, кстати. Потому что я, по ходу дела, сваливаю отсюда. Только, конечно, хищник. Что это, черт возьми? На крыше. Так. Корабль один, ответьте мне. Какой нахер вам корабль один? Хищник, сука, здесь. А у него-то, блядь, приблудов-то поболее будет, чем у вас всех вместе взятых, блядь. Это ладно, я за человека сейчас играю. Там у чужого, по-моему, небольшая миссия такая, но тем не менее, за чужого все равно тоже есть. Первую-то часть я играл, там пипец, ну красиво. Они, кстати, пересекаются все. Так, сохранить. Да. Теперь вот так вот. А, блядь, я ну-ка загрузить.
Ни хрена они в меня. Мать его, вот это снайпера. Вот это браво. Ну-ка вот здесь вот сохраню нахрен. Так, загрузить. Я так понимаю, с пистолетом-то нехуй с ними бороться там на расстоянии. Так. У меня где-то там было, блядь. Нахрен. Как мне вас, сука, выкурить? Загрузить игру. Сохранить. Я, блядь, после вашего каждого такого Хермана сейчас сохраню. Я еще, сука, без брони. Вот. Смотрите, что творят. Падла. Это не какой-то вам там ширпотреб, бот, хуеплет. Где ты? Давай. Я, конечно, его не убил. Ой, да вы-то мне огоньки-то нахер не нужны. Не пользовался вами. Так. Понятно. Есть, знаешь, какой-то предел в этом, в расстоянии, где стрелять можно, где стрелять нельзя. Поэтому, видимо, когда двери открывались, я когда стрелял, их не убивало. Ну, блядь, тоже замутили, мать его. Ладно. Орешки. Да хрена, теряю, очень много теряю.
Блять, ни хрена он в меня. Блин. Не-не-не-не-не. Только сверху. Мать его. Вот это снайпер. Охренеть, он меня хорошо подбил. Вот и все, сохрани. Хотя уверен, был способ по-другому как-то. Не могло не быть. Мало ли вдруг. Господи, я думал, это просто стоит. Пришел. Так. Не наступай. Пипец. Ладно. Так. А где он? Ага, вон оно что, Михалыч. Так, убейте пилота экзокостюма Ивана, прежде чем он убьет вас.
Найдите свою команду. Ну, извините, я никого пока не убивал. Я когда, блядь, нашел ракетницу, там он уже ушел куда-то. Поэтому извиняйте. Ракеты. Понятненько. Сохранить. Так. Так, тут у нас аптечка, броня, все кончилось. Внимание, соблюдайте осторожность. Так. Без проблем. Как эту штуку опустить? Не понимаю. Ну-ка. Блять, вообще не так. Ну хотя, смотрите, не разбился. Так. Сохранить. Убил. Хрен с ним, на 5. Блять, не убил, что ли? Вас убили. Ладно. Где ты? А, вот и все. Там-то, видимо, глюкнул где-то, пропал. Кто ты, черт возьми? Ты девушка? Дерьмовая программа. Exactly what it sounds like. Is that where my team's headed? Looks that way. But why? Just get me into the tunnels. I have to warn them. The tunnels are sealed. There's no way in from here. All right. But get me back to the POC. White team is there. I bet 8 heavy armed marines and a top ship can find a way inside. Okay.
So why here? Seems like a funny place for an assemblyman's daughter to take a summer internship. My brother... he died while he was stationed here. Accidental death, according to the report. Eisenberg signed it himself. I'm sorry. Мой брат был умер, My да, здесь? Was a very meticulous был очень man. He didn't make подантичным mistakes. Человеком, он не допускал. Все ошибаются. Maybe so. But he was murdered. I have proof. Is that what I'm carrying? Among other things. Kenji's research centered on genetic modification. Human genetics. They used convicts mainly. Pretty sick stuff. Да, на осужденных, неважно. На людях опыты делать, это да. Конечно, за зверство на террористах можно, но... Сомневаюсь, что именно там такое происходило. Просто вспомнил кое-что. Господи, это я пока еще только за человека играю. Остатки внешнего ока. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.